Ненецкая телерадиовещательная компания совместно с Ненецким краеведческим музеем в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представляет проект «Письма памяти». Рупасов Константин Васильевич родился в 1910 году в деревне Мукма Архангельской области. Старшина-командир отдельного 31-го лыжного батальона, 2-й отдельной лыжной бригады 14-й армии. Письмо Рупасова Константина Васильевича своим родным от 29 июля 1942 года. Здравствуйте, дорогие мои! Вчера к нам привезли кинопередвижку, установили большую палатку и начали прокат кинофильмов. Вчера посмотрели фильмы «Сон в руку» и «Ленинград в борьбе». Сегодня «Девушка с характером». Напиши, видела ли ты эти фильмы? После просмотра фильма «Ленинград в борьбе» ненависть против фашистских извергов еще сильнее. Вчера получил открытку от Рожина, который до заморозков, очевидно, будет находиться в тылу. Пишет, что письма из дому получает, так что адрес его известен. Написал ему ответную открытку. Ночью становится уже темно. Пишите, что нового у вас в Наринмаре. Как здоровье всех вас? Я предчувствую, что твое здоровье и здоровье Машутки, очевидно, неважны. Еще раз прошу беречь свое здоровье. Обо мне не забудьте. Живу я хорошо, призван защищать Родину. И что бы ни случилось, я выполняю лишь свой долг. Ну, а как коммунист, ты это понимаешь, я не могу быть в последних рядах. Целую крепко, Костя. Рупасов Константин Васильевич погиб 25 сентября 1943 года в Мурманской области. Письма памяти.